своей работе ветераны все больше используют молодежный потенциал. Совместно выросло число юных участников волонтерского движения. Они стали опорой для ветеранов, инвалидов и тружеников тыла. Многие помогают людям старшего поколения уже не первый год. Зимой чистят снег в частном подворье у ветерана, а с наступлением весны оказывают помощь в уборке дома и в огороде. Конечно, наша эстафета патриотизма вышла за пределы нашей области, прошла подхвачена областями России и за границей России. Но теперь, с учетом вот этого времени, которое ответственно и очень опасно наступило в мире против России, надо по-настоящему заняться воспитательной работой.